Зрители нашего канала часто упрекают нас, что последнее время мы много роликов посвящаем уходу артистов, а на простых людей не обращаем внимания, как будто бы они не умирают. К сожалению, это не так, они умирают. Сегодня мы расскажем вам историю достойного человека, которого не стало 16 марта 2021 года. Его по праву можно назвать героем. А если хотите, чтобы эту историю осветил Андрей Малахов, пишите комментарий, может он увидит и потратит драгоценное время своей передачи «Прямой эфир» не на актрисы с дешевых мелодрам и гогенов Солнцевых с очередной бабушкой. В 2016 году 63-летний Николай Панюшкин увидел 5-летнюю девочку, падающую с балкона 5-го этажа одного из домов Кокштау. В последний момент он успел подбежать и поймать ребенка на лету. Однако при этом сильно ударился головой и повредил позвоночник. Ему требовался постоянный уход. Спустя несколько лет супруга Николая Панюшкина умерла от рака. Из Эгибастуса к нему приехала подруга детства Тамара Иванчукова. Увидев состояние мужчины, она оставила работу в родном городе и переехала в Кокштау ухаживать за Николаем до самых последних его дней. Женщина отметила, что диагноз и причина смерти пока не ясны, похоже на инсульт. Также она рассказала, в тот день после того, как Николай спас ребенка, полицейские поднялись к бабушке наверх, а она даже не знала, что девочки в квартире уже нет. Вызвали мать ребенка, которая даже не удивилась. Ни благодарности, ни извинений от них не было. За полтора года, что они прожили там, ни разу не подошли к Николаю, даже не здоровались на улице, а потом переехали, рассказала Тамара Иванчукова. Мы приносим свои искренние соболезнования Тамаре Иванчуковой и просим всех внимательно следить за детьми.